В Анапе лейтенант полиции Артур Бештовенко прикрыл с собой ребенка от злоумышленника, вооруженного ножом, и получил ранение. Инцидент произошел 6 марта. Полиция получила вызов, и на место отправились стражи порядка. Местный житель угрожал своим родным. Когда на место прибыли правоохранители, мужчина с ножом хотел оттащить в квартиру дочь. Девочка пыталась от него убежать. Правоохранители обезвредили злоумышленника, и Бештовенко получил удар ножом. Офицер рассказал, что даже не сразу понял, что ранен. Сейчас лейтенант находится в больнице, рана оказалась глубокой, но нож не задел жизненно важные органы. Ему предстоит провести как минимум месяц под присмотром медиков, после чего офицер вернется на службу. А я напоминаю, что спонсор выпуска новостей – оптово-розничная база сельскохозяйственной продукции на улице Кольцевая, 15. В Анапе по инициативе администрации курорта открылась оптово-розничная база сельскохозяйственной продукции, которая является альтернативой рынка «Восточный». Возвели ее в районе хутора Чембурка по адресу улица Кольцевая, 15. Покупателей базы приятно порадуют ее низкие цены. Традиционно свою продукцию в первичном ассортименте – овощи, фрукты, специи, грибы и не только – жителям и гостям курорта здесь предлагают более чем 100 фермеров со всей Кубани. На этой торговой площадке представлен богатый выбор свежих, вкусных и полезных товаров. От орехов до рыбных деликатесов, а также хозяйственные товары оптом и в розницу.